Снова здорово, друзья, и мы вернулись в Сталкер. Так, смотри, я почитал твои комментики и понял, что вот эту дрянь, так называемая псевдособака, да, пока проблематично достаточно мне будет найти. Плюс, я только что взял задание за кадром, у меня просто вылетела запись, но там буквально 15 секунд, то есть просто как я беру у Пидоровича задание. И еще... Мне все-таки подробнее рассказали, где мне взять гадюку, которая непосредственно гадюка-гадюка. В том смысле, что козырная гадюка, у которой есть... Скажи мне, я тебе скажу. Забыл, как это называется. А, которой патроны применяются непосредственно от пистолета. Мы сходим с тобой, заберем эту гадюку, так как нам все равно идти туда недалеко. И нам идти туда по пути. Где-то рядом со свалкой, что-то там по туннелю, там много аномалий, там я грибу люлей, кебабов, надо взять аптечки, то-то. Короче, мы с тобой попробуем, и мы обязательно все-таки это сделаем. Так, у меня 8 патронов на пистолет есть, отлично, мне это хватит, чтобы отпугнуть собак. Нахуй, идите. Так, стой, а что, он еще уходит от меня? Да ладно. Заодно испытаем наш новый автомат. Вот он, Ан. Да, смотри, уходит, падла. Чё там говорят? Ты чё встал? Пошли давай. Ты чё, дурак? Убить сталкера-новичка нам дали задание. Вот он. Ой, так его сейчас самого убьют. О! Его убили, всё, я победил, не сделав ни одного выстрела. А? Как тебе такое? Вот это я могу, вот это я способен, вот это я прям охуенен. Так, давай мы его залутаем сразу. Хлеб, патроны. За награды мы с тобой возвращаться сейчас не будем. Мы сейчас с тобой пойдем все-таки дальше. Так, ну здесь бандиты опять перестреливаются. Мы их уже лутали, мы их уже убивали. Эти сволочи опять появились. Откуда они берутся, я хуй его знает. Поэтому мы сейчас с тобой берем пистолет. И идем. Идем. Смотри. Задача. Так, убить сталкера. Убить сталкера. Непонятно где. Военные документы. Ой, как далеко. Встретиться с группировкой крота. Получить информацию от крота. Вот сюда мы с тобой, наверное, и пойдем, да? Так, погоди. Это нам же через этот идти? Да, вот как раз через свалку. Короче, да. Пойдем, let's go. Хорошо, что под мостом всех перебили. Опа, тихо. Тихо, папа может, папа умеет. Смотри. Сука. Он, смотри, он не может понять, откуда это стреляют. Мы его убили или нет? Он сидел вон там за кустами. Тихо. Сам ты урод, понял? Я красивый. Походу убили. Хорош. Вот это мы качественно с тобой сделали. Так, не, вот эту дрянь выкинь. Это нам не надо. АКМ. Ну давай возьмем, продадим. Продадим же, есть у нас еще место? Да, у нас еще 8 килограмм, отлично. Просто шикарно. Здесь ты мне также писал наверху, что там есть, если вверх пойти, там есть труба, за трубой есть, в трубе есть это самое, нычка, где лежит артефакт. Этот артефакт у меня уже есть. Как я понял, ты имеешь в виду колючку, так что он у меня есть, если что. Так, смотри, описание капли, радиация минус 10. Ну, радиация минус 10 это, конечно, круто, но мы сделаем вот так вот. Чуть-чуть попозже мы с тобой разберемся с радиацией, с артефактами. Здесь что? Ага. Не, этих мы, по-моему, всех уже лутали. Да, эти уже все. Так, тайники здесь есть у нас по пути? Так, ну один я уже мимо прошел и возвращаться не намерен. Не, ничего нет. Оп, спокойно, аномалия.
Я уже научился определять эти аномалии. Я ее как семечку просто вот щелкаю, так же определяю эти аномалии. Вот прям вот хоть стой, хоть падай, вижу ее прям за километр. Почти все. Где-то собака лает, видимо кто-то... Воу! Ты че, алло? Ты дурак что ли? Хуя он дурной, блядь? Ты откуда взялся? Алло, Вася? Хоп-хоп, и в дамках, блядь. В дамках тебе не быть, шакал. Нифига себе, пришлось на него патроны потратить свои козырняцкие. Это же козырные патроны были или это обычные были патроны? А, во, бронебойные. А вот простые патроны. Так, погоди. А как мне между ними пере... Ладно. Закончатся одни, включатся другие, да? Да. Ну и хорошо. Ну и хорошо, побежали дальше. А то мы с этими бандито, сеньорита, никак и не дойдем. Здесь что-то валяется. Это, по-моему, псина. Мы тут псину одну какую-то накрывали. А у нас есть энергетик? Ой, хорош. Бегим, бегим, бегим. О. Ты давай не скули даже. А то я достану режик и пожирю тебя. Хопа! Как я умею классно режиком махать. Так, это мы лутали. Да мы здесь уже, в принципе, много чего залутали. Конечно, конечно, можно сделать, знаешь как, можно выпустить серию, прям, что прям вообще пиздос, это просто ходить и перелутывать вообще каждый сантиметр. Но мы так делать пока не будем. Так, а защитить стоянку сталкеров на свалке. Так, погоди, мы уже защищали это, отстань. Но на свалку мы сейчас с тобой сходим. Нам надо забрать гадюку. А здесь что? Здесь мы этих, по-моему, тоже всех уже залутали на несколько раз. Под ковшом. Информация о схроне. Где? Почему не вижу? Где я? Я где? Ага, я здесь. А на кучу мусора в трубе положил хабар. Схрон в металлоломе. Не, давай за интересным, за гадюкой. Это кто? Это свои. Что случилось? Ты дурак? Пошел ты. Так, а схрон у нас же где-то вот тут, по-моему, прям совсем рядышком. Да, мы же уже даже пытались туда сходить. Стой. Вот он. Да, мы здесь... Так погоди, вот же схрон, ты чего? А здесь пусто. Опасный уровень радиации. Необходима защита. Так вот у меня водочка есть. Не, не подходит такая защита. Воу. А где это против радиации? Вот это, по-моему. Антирадиацион. Да. Оп, красиво. Так, радость туриста. Какой артефакт мы подобрали? Выверт. Ага, хорошо. Стой, где? Но это где-то не перед нами. Короче, свалка. Здесь где-то должен быть туннель. Там где-то должен быть поезд. F-шифтуем обязательно. Обязательно F-шифтуем. Хорош дергаться, алё. Ты же i5, не в рот, не в ноги. Восьмого поколения. Ты что ж дергаешься-то, скотиняка? Оу! Хуя их тут? Да как бы ничего не знаю. Говорит, сходи, возьми гадюку. Так, я сюда не залезу. Где-то они по мне стреляют. Спокойно. Да где ты, сука? То есть они стреляют, но не подходят. Они держатся на расстоянии, да? Воу-в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 оу! Спокойно! Да блин, скей, отстаньте от меня! Где ты там?
Как он по мне попадает, алё? А, вот ты как попадаешь. Я бы так тоже попал. Ага. Так, снял парочку. Давай похиляемся, у меня есть бинтик. F-шифтую. Опа! Минус. Блин, а пушка классная, я тебе отвечаю. Где он там? В какой он нам там борщ хочет дать? Нет у меня никакого борща, отстань. О-о-о-о-о-о, рано, 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 спокойно. Да выйди, покажись в конце концов. Нет? Тогда я вот это, пожалуй, заберу. Так, вот АКМ я зря взял. Да спокойно, да ну хватит, ну пожалуйста. Собака. Ни секунды покоя, слушай, не отдадут отдохнуть в этом сталкере. Так, ну давай лишнее выкинем с тобой. А, разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Разрядить. Выбросить. Мы не будем это использовать все равно. Где? А где? Все, отстрелялся парниша. Блин, их еще не видно нифига. Меня прям это раздражает немножко. Так, это патроны для чего? А это для чего? А, для пистолета Волкер, для... Короче, возьмем, пока вес есть. Водяры. Ну, давай возьмем водяры немножко, ага. Так, здесь где-то еще были. Так, это мы забираем, забираем, чё? Так, хорош. Ну, есть у меня предчувствие, что мы идем с тобой в правильном направлении. Говорили мне, где там бандиты. Иди туда. Отгребешь люлей, и все будет у тебя хорошо. Оп, еще один. Так, есть. Где-то здесь должен быть тоннель. Давай попробуем найти. Может, у них еще какой-нибудь складецкий есть? Где прикольно есть лутецкий? Да, слушай. Опа. Показалось. О, нифига, нормально. Козырно поляну накрыли. Так, бинтик, что по весу? Скоро опять патроны для пистолета будем выбрасывать. Опять 284 патрона я нахапал. Ну, пипец. А, это я не могу, да, ломать? Ты уверен? А если так? Нет. Странно. Где локомотив, мать его? Где туннель? Это что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, отстань, 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 отстань! Зато я увидел, что там есть артефакт. Ох, нет, я забыл shift. Да подожди, я долго-долго целюсь. Где он там? Давай. Давай получу-то. Говорит, на, получаю, не даешь, слышь? А вот нельзя так дразниться-то, я уже рассчитываю, что получу что-нибудь. Где еще? Воу, тихо! Да где ты там лежишь, в траве? Все, не лежишь. Блин, это что, заново что ли собирать? Почему нет кнопки какой-нибудь типа хуяк и все сразу собрал? Ну, по факту у них ничего интересного не было, так что мы можем особо-то и не это. Как бы собирать-то у них тут нечего так-то. Ну, вот аптеки разве что, бинты и патроны не буду. Вон я артефакт вижу, я два отсюда вижу артефакта. Сейчас мы у них тут еду соберем, аптеки соберем и все.
Ну и все, нам здесь больше в принципе ничего-то и не надо. Хлеб, колбаска, бутерброд, F6, пистолет. Не, болты. Давай на болты. Потому что нас там подбросило так нихуевенько. Где? Опа. Да ну нет, да ну отстань, да ты че, алло? Прекрати это делать немедленно. И как? Что? Я случайно. Так нихера у нее радиус 10. Так нихера себе, ты чё? И как? Да ну не... Да... Не серьезно, а как мне туда зайти? Там лежит два артефакта. Давай попробуем обойти как-то бочком, рачком, я не знаю. Ой, там их не два, там раз, два, три артефакта. О, а здесь нету. Хорош. Погоди, я радиации дохера получил. Как это? Ой, она не сбавляет. Да ладно. А чё она не сбавляется-то, алё? Подожди, подожди, подожди. Когда такая ситуация случается, есть два варианта. Это включить мозг и отступить. Либо, как я, попытаться найти выход. И все-таки наебать систему. Но я пока способов залюбить эту систему не могу найти. Так, вот здесь вот есть проход. Ну, здесь радиация, мама, не горюй. Во, вот здесь хорошо. Так, здесь радиации вроде нет. А, смотрим, радиация уменьшается? Да, уменьшается радиация. Во. Так, а пожрать, пожрать. Радость туриста, естественно. Офигеть. Что я нашел? Кровь камня. Опять. Опять. Я пока не буду сохраняться, потому что что-то мне подсказывает, что я не смогу добраться до остальных артефактов, и все это было сделано супер зазря. Нет, смотри, тут видишь, тут эта херня. Ну здесь эта гребаная аномалия бешеная, просто катастрофически бешеная. Ну давай попробуем пробежать. Так, не, ну я растащил один артефакт, ну что толку-то? Она меня сейчас... Да, она меня убивает. Я, наверное, не найду выхода отсюда. Вот просто реально возьму вот и не найду отсюда никакого выхода. Почему? Потому что я не знаю, что мне делать. Так, не звоните мне, пожалуйста. Я туда не пойду, ребят. Это все не то. Не, нихера. Туннеля я не нашел. Радиация здесь просто космическая. Да в космосе кого? В космосе меньше радиация. Аномалия здесь какая-то неадекватная. Так что я, честно говоря, затрудняюсь немножечко сейчас с тем, чтобы продвинуться в этот туннель и найти нам с вами эту подходящую гадюку. Поэтому мы с тобой пойдем. А, ко мне тут группа сталкеров. Так, не. Здесь что? Под ковшом. Возле экскаватора кто-то сгинул аномалию. Рюкзак, видно, достать тяжело. Во, 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 во. Вот этот туннель-то. Все, я понял. Пойдем попробуем взять его. Вроде как бы на свалке. Я думал, что... Спокойно. Где? Где?
Так, вон там, вон там, вон там, вон там, вижу, 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 вижу. Вижу, там есть, но мы туда не пойдем. Ой, так они и тут есть. F-шифтуем. Воу! Маневр уклонения. Так, все. Протокол пизда всем. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Так нельзя делать, нельзя, это сталкер, это не Modern Combat какой-то, блядь, не Battlefield или не Call of Duty, так делать нельзя. Оу, а откуда вы-то здесь взялись? Я ж вас всех поубивал еще в... Оу! Мы же их реально убивали всех. А, погоди, это свой, сорян. Где-то там еще есть бандит, а, вон. Ага. Так, есть что? Аптека есть. Аптеку мы возьмем, даже две. Так, все, Рамуля, заканчивай тупить. Нельзя ж так сильно-то, ага. Так, это мне не надо. Да ну что тебе от меня надо-то? Я ж тебя не звал сюда, ты че пришел? Твою... Я вас сейчас всем закопаю нахер. Копатели хреновы. Иди играй в копателя. Да тихо ты, блядь, я ж тебя убить пытаюсь, что ты ходишь? Ой, отлично, прям в головешку. Все, всех убил. Где еще стреляют? Я отвечаю, я без прицела их не вижу просто-напросто. Без прицела. Вот пока он не покраснеет, я хрен их увижу. Да ну хорош, ну перестань, ну пожалуйста. Все. Да нет. Слушай, Скотт, ты меня достал. Иди сюда. Подонок. Мне уже просто надоело на них патроны тратить. Что-то нереальное. Откуда их столько вообще берется? Как бандиты вообще могут выжить? Как такие злые, безжалостные люди могут столько жить, выживать в этой всей хуйне, которая здесь творится? Это ненормально. Они должны были сдохнуть первые. Так, это артефакт. Иди сюда. Что это за артефакт? Каменный цвет. О, пулестойкость. Хорошо. Так, ну теперь мы правильно идем. Говорили мне тут, что тут пизда. Аномалии хренова туча. Охренеть тут Охренеть тут аномалии! Это вообще возможно пройти? Опа. Допустим. Так, ну я красавчик. Я просто бог. Вот она, смотри. Гадюка. 9.18. Есть. Тогда вот эту мы оставим тебе, чтобы тебе совсем уж скучно не было. О, шикарно. И теперь мы можем ходить с этой гадюкой. Потому что патронов этих, ты сам знаешь, что их тут дохуй. От слова вообще просто тьма. Все, отлично. Теперь осталось только обратно выйти как-то. Так, F-шифтуем. Ой, нет, все-таки на одну нарвался. Ну ладно. Одна аномалия, в принципе, не страшна. Не, ну согласись, классно я прошел, а?
Тупил, конечно, полсерии, но зато, когда делу пришел, то уже все прям четко. А 9.18, 9.19, здесь у нас какие патроны? 9.18, 9.18 это вот эти. Это вот эти патроны. Ага, так, а куда нам дальше? О, все, шикарно. Это просто идеальнейший вариант. Спасибо тебе, что ты мне, собственно говоря, подсказал. Так, смотри, здесь что? Рюкзак сталкера в автобусе. Да подожди со своими сталкерами в автобусе. Мы хотели по задачам по основным пройтись. И давай мы все-таки попробуем это с тобой сделать. Так, пойдем нам сюда. Пока вроде все неплохо у нас идет. Но вот как обходить те аномалии? Слушай, вот ты видел, да? Которые мы мучились, я там умер 10 тысяч раз. Я не представляю. Так, артефакт. Ага. Пойдем. Там то ли защита, может, какая-нибудь нужна, может... О, еще один артефактушка. Так, ты что? Это медуза. Это медуза. Медузу мы уже с тобой находили. Мы даже задание выполнили по поиску медузы. Так, это мы на агропром, по-моему, сейчас идем. Да, пойдем. Мик, помоги мне! Военные собираются перебить группу крота. Нам нужна помощь. Думаешь? Черт, это военный десант. Там же наши. Где кого помочь? Погоди, я здесь артефакт где-то видел. Как ты называешься? Поднять предмет? Еще одна медуза. Так, ну пойдем. Пойдем, нам как раз к кроту надо было. Воу! Это что-то новенькое. Ебать, тут война. Помочь сталкерам? Охренеть. Сейчас посмотрим. Слушай, если они с калашами, то мы пойдем с громом. Если они не с калашами, то мы пойдем тогда с гадюкой. Так, F6 сразу же сходу. Погоди, братан, тут пара артефактов есть. И еще один. Я, правда, не уверен, что здесь что-то... Не, ничего интересного. Так, вы свои? Вы свои. А где военные-то тут? Ага. А что военные и сталкеры в одинаковой одежде? Я как их должен отличать? Спокойно. Где? Ага, минус. Я тоже одного свалил. Так, еще минус один. Патрошки мы с тобой потом пособираем. Ух, хорош. Меня чуть не контузило. О-о-о-о-о! Пес. Я его хотел обойти, но нет, он меня обошел. Ой, а что ты так далеко со... О-о-о-о! Так, все, идем обратно. Да сейчас все сделаем, не переживайте, пацаны. Да дайте пройду. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Спокойно, папа идет. Что там ёбкаешь ты? Давай не ёбкай, не ругайся тут. Так, быстро сюда. Спрятался, хоп. Вот так вот F-шифтанулся. Где ты там? Я твои ноги вижу, тварь. Не, уже не вижу. Где? А где его ноги? А, вот он идет, смотри. Так, это с калашом, хорош.
Значит, у него есть нужные нам патроны. Да. Так, ладно, потом соберем. А то нас сейчас тут еще убьют. Оу! Шифтуемся. Ты меня кто... Да иди ты нахрен! Второй раз, слышь, второй... Ну, правда, это не он. Нас убили второй раз в том же месте, но это уже другой был. Все, отбились. Да где тебя там зажали, а? Ну успокойся. Что ты им такое сделал, что они тебя так ненавидят жестко, а? Может мне проще... Че? А, на, держи аптечку. Че он, я вот не понимаю, чего он такого им сделал-то? Видимо, что-то на самом деле хреновое. А где? Погоди, куда? Давай наверх. Мы поверху пойдем и сверху будем прикрывать. Сам ты скотина, понял? Воу! Так, есть. Да ну перестань ты! Убил? Убил. Давай, 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 давай. Здесь что, ничего? Спокойно. Где? Отлично. Спасти крота. Крот. Выходи. А это где? Ты наверху где-то? Ты крот? Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Ага. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. А куда побежали-то? Погоди, я что-то лишнее, по-моему, набрал. Откуда у меня опять перевес идет? Ладно. Погоди, а ты где? Пошли отсюда. Вот это тяжело, я тебе скажу. Вот это я тебе скажу тяжело. Куда ты меня ведешь? Ага, спасибо. Нам нужен торговец слить. У нас много артефактов ненужных. У нас, в принципе, опа. Хорош. Нам сюда? В смысле тихо? Мы отошли на 10 метров, ты чё? Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Ну, у тебя и рот. Удачи. Рожа у тебя, конечно, да, и боже, ебать. А, Серый, ну хорошо, слушай, говорят, что стрелок промышлял в этих местах. К тому же, где-то в местных подвалах находится тайник стрелка. Говорили даже, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, только ничего не нашли. Я тебе скину информацию, может, тебе повезет. Там вся информация о тайнике, который у нас есть. А тут один из многих входов, через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалов. Ну а там смотри сам, карты у меня нет. Они очень длинные, с множеством комнат и довольно запутанные. Спасибо за инфу. Так, давай мы тебе что-нибудь продадим. Что ты покупаешь? О, ты артефакты покупаешь. Один. Один. А, пулестойкость 2, пулестойкость 3. Раз, два, три. Раз, два. По-моему, так. У NPC недостаточно ди... Ну все, так. Не, ну погоди, ну мы чутка же можем ведь тебе продать все-таки, подожди. Давай мы тебе продадим раз. Сколько у тебя денег? 1500? На тебе вот эти два. Ой, боюсь, боюсь. Ну что, мы с тобой попали в подвалы? Будем, короче, мы с тобой это все дело обыскивать уже в следующей серии. Если тебе интересно, обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман и канал Free Sun Games.